Так, я сегодня с семьей приехала на такую вот точку продажи свежей живой рыбы, которую я снимала. Не знаю, вот то озеро, которое я именно снимала, там был молодняк. Bu sefer bir tek işte varlığı ona. Kaçırdan su? Son 25 bin. Yani 20 bin işte bir sefer. 20 binden beri aslında. Yok yok yok, katlı etti sizi. Ne içki de alıyorsun ki son biraz? Hani ki içki de alıyorum. Burası 15 bin var. Это у нас амурка, что? Нормально. Вот такая вот точка по продаже у нас рыбы. Если кто смотрел, я недавно снимала про озера, вернее озеро, в котором выращивают рыбу. Но именно на том озере, где я снимала, рыбы пока что не было, там был только молодняк. И по словам одного из жителей в этой местности, таких вот озер 14, может быть, менее крупные, поэтому они не отображаются на карте. Вот здесь вот такая вот крупная рыба разных сортов, если так можно сказать про рыбу. Вот я знаю, что есть амурка, скалоп, сазан, сом. Вот так вот. Очень много этой рыбы. Везде эти точки, эти вот аквариумы с рыбами. Покупают активно и днем. Вот и мы сегодня приехали вечером. И вечером довольно много народу. Вот единственное, что отличает вот дневное, вот эта вот местность от вечернего. Вечером как-то вот эта вот трасса намного более загружена, и плюс, оказывается, с двух сторон от этой вот трассы у нас как бы открывается, или как бы йойма, да, рынок такой вот. Как же он на русском назывался? Развалы, да, вот развалы, рынки продуктовые и вещевые открываются, если будет возможность. Я... Вот так вот. Итак, по совету продавца мы купили, мы вообще пришли для сама сюда. Вот это вот наш сом или нет? Короче, мы искали не жирную рыбу, именно сама. Наш пока еще не разделывают. Нам сказали, что, оказывается, самец, сама, он не жирный, а самка жирная. Поэтому нам подобрали самца сама, короче. Сейчас разделываю. И две рыбы довольно больших размеров нам обошлись за 160 тысяч. В принципе, неплохо. Вот это вот неживая рыба, ее тоже, оказывается, покупают. Хотя я думала, что неживую рыбу не покупают. Вот это вот наша рыба. Живая она, оказывается. Здесь воду в водопроводе никогда не выключают. Вот, кто разделывает, она всегда у них включенная. Ну, это можно понять, потому что... Кстати, вода здесь очень чистая. Смотрите, с водопровода прям чистая вода поступает. А это наша рыбка. Таких у нас две штучки. В принципе, интересно.